Ну что, я уже вас слышу, и меня это радует. В эти последние дни уходящего года, прикольного года, разного, мы решили встретиться с вами и подвести некую черту. Забрать из этого года все самое лучшее. Просто забрать с собой и идти в новое, прекрасное, с верой во все самое лучшее. Мы, например, верим. Поэтому следующая песня «Believer» — «Imagine Dragons». To the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook me, and feel me sing from heartache, living pain, taking my message from the brain, saying lessons. My spirit's bright. Oh, what fun it is to ride once and
Спасибо. Ну что, я думаю, мы вас удивили немножко. Надеюсь, вы не ожидали такого. Дальше, поверьте, будет круче. Вот. И ведь буквально. Спасибо. Ведь мы буквально прорываемся в этот новый необузданный год. И поэтому будет, было бы правильно следующую песню назвать I want to break free! I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I got to break free.
You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. Wish I was special. You're so fucking special. It hurts. I want.
you're so fucking special. I wish I was special. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? Oh, oh, I don't belong here. I don't belong here. Мы приготовили для вас абсолютно также новую музыку, которую вы никогда не слышали. В этом году я написала 3 сингла, пришел в голову текст, и появились 3 новые песни. И сегодня вы их услышите. Считайте это премьерой. Впервые. Спасибо большое. Это очень важное для меня событие. И впервые с адаптацией, аранжировкой мне помогли Джонни Лауд и, конечно же, Антон Всеядный. Наверное, вы все знаете, что я пишу песни на английском, и поэтому, конечно, я должна сказать хотя бы 2 слова, о чем эта песня. Итак, о чем же она? Я бегу и пытаюсь догнать саму себя. Порой мы так бывает ослеплены этой погоней, что только уже столкнувшись с самим собой лицом к лицу, понимаем, что нужно сделать все, что угодно, чтобы понять собственное я. Steph, baby, you are followed. Shadow forest followed by start to realize I want to think of
Спасибо. Итак, ну что, мы продолжаем? Мы немножко окунулись, скажем так, в наш репертуар, а теперь послушаем нечто популярное, что на слуху. Oh,
Спасибо. Итак, возвращаясь к чему-то глобальному из произведений. Сейчас прозвучит кое-что, то, что, я думаю, тоже многие ждут, или, может быть, подсознательно ждали. Вот. Надеюсь, вам понравится. Yeah.
Спасибо. Спасибо. Итак, дальше к моему репертуару. Кажется, у меня появились фанаты. Вау. Итак, в этом году исполнилось 800 лет памяти великого итальянского поэта, которого зовут Данте. И я написала стихи по мотивам его божественной комедии, которую в этом же году превратили в песню Данте от его лица. И надеюсь, в этой фантазии каждый найдет что-то свое. Figure was in darkest of luck. Broken ribcage, I must keep swimming past a ocean of blood. Who have stolen my new screaming heart? Wish them the best, wish them the luck. I'm seizing my last words, but choking the best. So salt and the grass. To whom I speak in a quest. Woke up tomorrow to see. Спасибо огромное.
Следующая композиция тоже довольно значимая для меня, хоть и не является моей, но по антуражу похожа на мою песню. Итак, я надеюсь, что вы ощутите то, что говорится в этой песне, а ее название «Can you feel my heart?». Спасибо. Между тем, мы в таком вот невероятном настроении продолжаем. Я
подарила вам свое сердце. Вот только что, к Новому году. После этого так хочется. Так хочется пить. Вот нам всем на сцене хочется пить. А вы чувствуете аромат шампанского? Ну, вот где-то там. Можно выпить по бокальчику. Антракт! Thank you.
Следующая наша композиция романтического характера. Можете подумать о своих любимых. Мы будем только рады вам принести такое настроение. And it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. Вы отлично проводите время. Итак, а мы продолжаем. Что ж, мы с вами встречаем Новый год тигра.
И, конечно же, главное посвящение сегодня этому прекрасному, грациозному животному, которое мы не могли просто обойти. Итак, Survivor, Eye of the Tiger. Итак, что же, я вам представляю третий мой сингл. В тексте этой песни есть небольшой такой секрет, который приобретает философский смысл. Дело в том, что в слове «кома» в английском языке имеет
значение, что и в русском, но если в этом слове поставить вторую букву «м», то значение слова поменяется, это будет всего лишь запятая. И песня как раз о том, что некоторые люди в свою жизнь просто выживают, им нужно выпадение в другое пространство, та самая кома, та самая запятая, которая заставит задуматься о ценности жизни. Итак, Steph BB, кома. Итак, перейдем же дальше к взрывному репертуару. Надеюсь, следующая песня всем знакома. Если вы знаете слова, то подпевайте. Thank you.
Итак, мы в этом году, в прошлом нашем концерте в августе, представили определенного рода песню, которую, скажем так, исполнили впервые на сцене как группа, и она никогда не была исполнена до нас. Так что это была премьера. И мы надеемся, что вам также понравится эта песня. Вот. Мы надеемся, что с этим смыслом уйдет пандемия, и мы наконец с вами вздохнем чистым воздухом свободы в некотором плане. Итак, эта песня называется «Parasite Eve». И пусть все плохое вместе с ней уходит. Мы с вами здесь для того, чтобы развлекаться. Так будет так же. Fever, don't breathe on me. I'm a believer in nobody. Won't let me leave cause I seen something. Hope I don't sneeze, I don't react. Really, we just wanna feel something. Only pretend to believe something. I'm living for blood. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot save you. Enjoy the ride. This is the moment you've been waiting for. Don't call it a warning. This is a war. Surprise like you. You've got a feeling in your stomach, cause you know that it's coming for you. You're close and free. Don't forget what I told you. When we forget the infection, when we remember the lesson, if the system is a cure, you will suffer the thrill. Signal, put chip and pins in the needles, quarantine all of the secrets and brain, we call the whole bang. Really, we just wanna feel something, only pretend to be something. I need a bang for blood, I wanna turn you around. Please remain calm, the end has arrived. We cannot save you, enjoy the ride. This is a moment you've been waiting for. Don't call it a warning. This is a war. It's a brand I need. You've got a feeling in your stomach. No, there's something, sorry. The time is breathing.
both of your windows. You can lock up your doors, yeah. But you can keep washing your hands of the shit anymore. We know that you're sisters and know that you're friends. Don't go to others for them, but I can't. True life is a prison and death is a door. This ain't a warning. This is war. Итак, а мы двигаемся дальше. Вся наша жизнь — это одно большое театральное представление. Для каждого оно начиналось по-своему. И все мы идем по этой дороге и ищем прекрасные пути, хороших спутников, ищем добрых людей. Даже когда нам сложно, где-то внутри лучики надежды на лучшее заставляют нас думать о том, что наше шоу должно продолжаться. Thank you.
Что, мы продолжаем? Рок изобилия. Вы сегодня очень коммуникабельны, мне это нравится.
Ну давайте с вами немножко подготовимся для следующей песни. Я думаю, вы все эту распевку знаете. Но если что, повторяйте просто за мной. Э-о! Э-о! Ли-да-ди-да-ди-да-ди-до! А теперь слова. We will rock you. Я не слышу. Молодцы, давайте же начнем. Что мы подходим к особенной рождественской песне. Я надеюсь, у вас есть наготове фонарики. Спасибо. Feeling
the party, and the morning feels so bright, so unlike yesterday. Now it's time for us to say, спасибо огромное.
нашем шоу принимали участие автор аранжировок, саундмастер Антон Танонов, звукорежиссер Джордж Блэкмор, художник по визуалу Максим Бахматский, художник по свету Сергей Тычка, академический симфонический оркестр имени Сафонова, дирижер Алим Шахмаметьев, Чехия, лауреат международных конкурсов филармонический хор под управлением Алины Мухамеджановой, Михаил Луцков, бас-гитара, Вик Ровда, ударные, Джонни Лауд, гитара, Антон Всеядный, гитара, и солистка Степ Б.Б. Расходитесь.
Спасибо огромное. Невероятная публика, невероятные зрители. С наступающим Новым годом вас, с Рождеством. Хорошего понемножку. Спасибо вам огромное. С наступающим. Надеюсь, ваше настроение поднято до самых высот. Оставайтесь такими же зажигательными. Спасибо.